вдова Спартака Мишулина возмущена потоком лжи в адрес ее мужа. В студии прямого эфира появилась вдова Спартака Мишулина. Валентина Константиновна была возмущена словами Калерии Кисловой, которая накануне, во время очередного обсуждения вопроса «Может ли быть Тимур Еремеев сыном прославленного актера?», позволила себе оскорбительные выпады в его адрес. Вдова Мишулина в довольно резких фразах ответила Кисловой, обвинив ее во лжи. А дочь актера Карина призналась: «В этой истории появляется ощущение безумия, что вся страна старается опорочить их семью. Если бы он был сыном, я бы его приняла. Но я знаю, что это не так», утверждает Карина. При этом вторая дочь Спартака Мишулина, Елена Суворова, поддержала Карину, которую знает с детства. Елена также заметила, что в отличие от Еремеева, располагает доказательствами своего родства с великим актером. Однако ей в голову никогда не приходило продавать подобные истории журналистам. Между тем, в предыдущей программе появился мужчина, который уверяет, что дружил с Тимуром Еремеевым в 2005 году. И тогда, по его словам, он ни словом не обмолвился о том, что он сын Спартака Мишулина. Он также раскрыл и другие нелицеприятные тайны из прошлой жизни Тимура Еремеева. Из чего можно сделать вывод, что история с отцовством Мишулина не более чем выдумка ради пиара. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!